В Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии вернулся Иван Исаев. Назначение состоялось прямо на рабочей встрече. Назначить Исаева Ивана Васильевича министром природных ресурсов и экологии Чувашской республики. Кандидатура согласована в профильном министерстве страны. У Ивана Васильевича большой опыт работы в отрасли. Готов доверие продать? Михаил Васильевич полностью готов работать министром природных ресурсов нашей республики. Впереди большая работа. В рамках национального проекта «Экология» предстоит провести лесовосстановительные работы, реализовать программы оздоровления Волги, чистая вода и другие.